Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье. Чего начать мою историю, чтоб вновь не повторять слова знакомые, чтоб людям дать понять. Рассказ мой истина, мне нечего скрывать. С чего начать?
объяснить, что иногда живется так, как хочешь жить, что иногда бывает так, как должно быть. Как объяснить вам, что такое полюбить? Как объяснить? Без слов и фраз, которым слух привык. Любовь у нас не то, что у других. И мой рассказ взят не из книг. Хранят века тепло твоей руки в моих руках. В час, когда над землей рассвет, и с неба ангелы дарят свой свет. Вы проснетесь, улыбнетесь, трели птиц праздник ваш возвестят. Все желания и мечты, все чего так хотите, вы пусть исполнятся непременно в этот день. Ваш день рождения, только для вас в праздник такой, смех и подарки, и торт со свечами. Не забудьте.